Здравствуйте! Если вы хотите установить лимиты на наличные, либо на интернет-покупку, вы можете это сделать. Мы должны зайти на карту на свою. Установить лимиты. Это снятие наличных в банкомате. Вот 1 миллион тенге я могу изменить. Пусть это будет, например, не больше 300 тысяч. Нажимаю «Изменить лимит». Через 3 дня лимит вернутся к стандартным настройкам на 1 миллион тенге. Могу закрыть доступ. Нажимаю «Изменить на 300 тысяч». Вот, при повторном изменении лимит обновится в течение 24 часов. Нажимаю на главную. Так, установить лимит. Также могу изменить оплату в интернете, да, особенно. Обращать внимание на эту оплату в интернете. Тоже изменить могу на 70 тысяч, на 300, 500, 70, 50, 900. И могу вручную. Пусть это будет, например, только 10 тысяч. Здесь точно так же через 3 дня лимиты вернутся к стандартным настройкам на 1 миллион тенге. Нажимаю «Изменить», вам придет на номер смс-подтверждение. Так, при повторном тоже. А главное, мы можем здесь увидеть тоже вот дату. Оплата в интернете 10 тысяч. Если я хочу купить, например, на 15 тысяч, я не смогу, потому что у меня лимит до 20.02.24. На посттерминал тоже. Это с карты оплаты и с телефона. Тоже могу изменить. Ставьте лайк, подпишитесь.